Всем здравствуйте, с вами Антоша, и вот мать, которая время от времени меня учит там жизни, повышает мне левел, всякие статы и тому подобное. Мы с ней тут стоим, болтаем о том о сём, смотрим на море, думаем о высоком, вон там на горы иногда поглядываем. А вы на канале Нуклеон, и мы продолжаем играть в Dark Souls 2, первый сын Школяр, естественно. Как ты помнишь, в прошлой серии мы закончили нифига не здесь. Мы закончили на том, что я не смог найти своего супер-классного нового учителя Оби-Вана Кеноби. И поэтому я подумал, что, возможно, мы сможем найти его здесь. То есть, как бы, логика с первой частью, да, у меня сразу. То есть, мы где-то находим NPC, и он приходит в самый вот распространенный город. Ну, там это был Храм Огня, а здесь это, собственно, Маджула. Поэтому я думаю, мы его тут попробуем поискать. Я, правда, не знаю, где. Сейчас я везде потыкаюсь, где могу, вот во всякие вот эти вот зайду, вот сюда вот к вот этому человечечку, тут посмотрю, может он где-то, не знаю, спрятался, сидит, тоже думает о высоком, он там сидел, думал о кораблях в прошлой серии, теперь он может сидит здесь и думает о горах, или он о том мосту красивом, или о башне, которая башня Саурона мне напоминает на самом деле, может он где-то здесь, а может и нет, а никто не знает. Так, кузнец. Ты случайно не видел никого, нет? Я знал, что ты скоро вернешься. Ладно, показывай, что у тебя там. Да у меня ничего. Ничего для тебя интересного, нет. Ничего нету. Мне бы нужно колдуна найти, понимаете? Колдун. Чуть-чуть колдовства мне бы немножечко заиметь. Вот почему он в этой палатке не сидит, я не знаю. Где вот я теперь его встречу? Мне теперь вот в тюрьму надо идти, а у меня из заклинаний тьфу-тьфу, да и все. Два раза плюнул, до свидания. Хотя, несмотря на то, что у меня два раза тьфу-тьфу и до свидания, мы в прошлой серии заебошили такого гибкого и такого часового, и нормально нам было. Давай пойдем вон длинной дорогой назад, да? Самой длинной. Так, ну я все равно тут побегаю. Побегаю по зыре, вон кошечки забегу, может, что-нибудь мне кошечка скажет интересное. Кошечка! Кошечка-здоровешечка, как твои дела? А, еще раз, кто ты? Антоша, вы на канале Нуклеон, мы играем в Dark Souls. Ах ты сука, она еще шутит, я же только что это говорил. У тебя довольно приятный аромат, ну да, ну да. Как раз такой, какой я люблю. Ну да, блять, кто бы сомневался. Так, ковенанты, херанты. Ну ты мне вряд ли что скажешь, а что у тебя есть-то, ты мне напомни тоже. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, тыры-пыры, в жопе дыры, понятно. Понятно, что это не то, что мне надо. Вот были бы у тебя заклинания. Было бы другое вот вообще разговор. Вот где мне теперь найти, блядь, старого, а? Чувак, старого такого, как я, в плаще Оби-Вана Кеноби не видел? Может, он у тебя тут наверху засел, нет? А чё бы и нет? Может, он сюда забрался, телепортнулся, какой... И все. Ясно. Ясно, я не знаю, где он, короче. Я понимаю, что вы мне все напишите, где он, скорее всего. Но пока что я этого не читал. Поэтому я не знаю, где его искать. И по всей вине... А может здесь где-то, кстати. А давай вообще зайдем сюда, да, как бы. И посмотрим на карты. Вот еще что. Внизу туда сбегаем и на карты посмотрим. Вот почему бы ему здесь не сидеть среди книг. Маг среди книг. Сделал бы себе тут стол зачарования какой-нибудь. Еще что-нибудь такое. Так, сюда же я бегу. Да, вроде сюда, вроде все правильно. Здорово, чувачочек. Чувачочек, здорово. А что тут, зажегся что-нибудь? Опять нихуя не зажглось, короче. Мы тут босса уже, блядь, которого завалили, опять нихуя не зажглось. Ладно, ты мне ничего интересного не скажешь, так что давай до свиданицы. Давай поки, блядь, да там кабанчики эти, блядь. Что-то пшикают, как не знаю кто. Так, пойдем. Пойдем тогда назад, короче, раз тут никого нету. Возможно, где-то его встретим еще по ходу дела, но, блядь, очень плохо. Очень плохо, потому что мне теперь куда вот эти 20 косарей-то раскидывать? В этот, что ли? Как? А может я, кстати, с дедом-то уехал, блядь. Чё я, подожди. Давай пока не буду раскидывать. Давай пока не буду. Куда мне это? Сюда, это в забытой крепости. Да ладно. Да ладно. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Вселение Якубовича. А, кстати. Я уже в этой серии сечаю сделал. Господи, я не забыл. Я не сделал, как в прошлый раз. Ну-ка. Ваше здоровье. Блять, горячий скотина. Но вкусный, ладно. Пойдем тогда отсюда, посмотрим, что тут да как. В принципе, пока-то стрел хватает. Просто мне бы хотелось что-нибудь новенькое такое изучить, интересненькое. Может, он тогда здесь со мной приплыл вот в эти вот тюрьмы прикольные. Ну вот, блять, там уже какой-то очередной босяк. А я никак не закастован. Но это мне не нравится абсолютно. Еще тут преследователь где-нибудь появится. Дурак сраный. По-любому появится. О, о, видит он, блять. Видит он уже меня, ты посмотри. И этот видит, ебаный в рот. Тут еще что-то завалено, подожди.
Да ебать, ты какой меткий-то, я ебу. Ну-ка, на-ка, покушай, блядь. Да покушай еще чуть-чуть, да что ты, не стесняйся. Не стесняйся, блядь, давай, давай, давай. Ага, ага. Вот как бы в него мне попасть, конечно. Может, на шару? Давай на шару, в него. Ясно, на шару в него не получится. Так, дай-ка я сюда зайду. Зайду чуть-чуть сюда. И чуточку попьем. Попьем немножко. И я попил чаю, и пусть этот попьет чаю. О, сюда что ли можно спуститься? Можно. Действительно можно. Только осторожно. Но я спущусь, наверное, не здесь вообще, в принципе. А тут можно спуститься куда-нибудь? Нет, навряд ли. Тут как-то... Да заебешь, блядь. Все, все, отстань от меня нахуй. Отстань нахер, давай-ка иди отсюда. Оп. Сползли. Так, давай-ка попьем. Пей скорей. Пей скорей. Пока не дали. Пиздюлей. Вот, например, она. Она может, блядь. Она может. Это ж бабака. Это ж известная бабака. Самая известная... Ох, блядь, там еще бабака. Еще известнее бабака, что ли, пошла. Бабака, не надо, не надо. Я тебя, блядь, как мечом огрею подойдешь. У меня же меч, блядь. У меня же меч, ты не забывай. Я же мечник, хуечник, там все дела. Никого? Блядь, да заебал. Ты когда от меня отстанешь-то? Нет, иди в пизду, короче, отстань, все. Пошел нахуй. Как ты меня затрахал, как ты меня затрахал, ты бы знал, блядь. Ты бы знал просто, как ты меня стопиздел уже. О, еще и здесь ты что-то все порушил к хуям. Ладно, нормально, нормально, сойдет. Ну-ка, на-ка. Оп, хорошо, хорошо. Че, ушел? Ушел, блядь. Он мне вообще пока не нужен, он мне не нравится, блядь. Зачем он здесь? Хорош его везде пихать-то, блядь. Хватит. Пусть он это прекратит, нахуй. Так, ну-ка на. Ну-ка на. Ну-ка на. Отлично, хорошо. Кто стреляет-то еще? Кто-то еще и стрелять там вздумал. Ты что ли стреляешь? Ты что, стрелок, блядь? Тебя что, просили, блядь, это делать? Тебя никто не просил это делать. Ну-ка нахуй. Да, блядь. Да, ты-то выстрелил. У тебя что, стрела меньше, что ли, чем моя магическая? Ну-ка на. Ну-ка на, да, блядь. Я сейчас вот преследователю да бы показал кузькину мать, если бы у меня побольше было стрел на самом деле. Но у меня их мало. О. Так, ладно, попозже. Попозже, попозже. Чуть-чуть попозже. Похохочем, посмеемся, погогочим. Так, пойдем здесь что-нибудь глянем. Потом-то мы придем, по-любому дадим пизды. Подожди-ка. Ага, во-первых, да, ты... Я тебя что-то это тут услышал, как ты пыхтишь, кряхтишь, и решил тебе помочь. Ты, у тебя вот все хондроз, блядь, и все, и волчанка, и до свидания. Так, это мы что, здесь, где я думаю? Да, это мы здесь, где я думаю. Так надо тогда разъебать там эту открыть решеточку и здесь сохраниться, правильно? Наверное, правильно так будет, скорее всего. Так, давай забирай предмет. Осколок фляги с эстусом. А? А? Как звучит, блядь, осколок? Еще и фляги. Еще и сестус. Охуеть, у меня аж встал, блядь. У меня аж такой информации приподнялось все. Как движ в штанах, там все дела. Ну давай, давай. Раскроем этих бабачек. Чуть-чуть бабачек раскроем. Так, бабачки. Бабачки, 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 бабачки. Ать. Шляхабах. Ага. И тебе немножко. Шляхабах. Ну давай еще раз. Шляхабах. Ать-ать-ать-ать-ать. Тихо-тихо. Ну-ка на-ка, блядь, с меча тогда. Заебало меня тоже. Нихера себе, что делает. Так, давай тут тогда, наверное, посидим. Ну-ка, забирай от него предмет. Душа безменного солдата. Хорошо. Тут у нас не пробял случайно этот, как? Случайно не пришел к тебе дед старый, нет? Не приходил такой интересный? Ой, мне, кстати, знаете, что говорили? Что ему тут темно, короче, и надо бы тут зажечь вот эту хуйню. Но у него тут нихуя нету, короче. И поэтому он тут что-то махается и какой-то хуйней занимается, да? Что ты говоришь, вот? Нужно заполучить новый уголь. Огонь, милый огонь. Огонь, милый огонь. Блять, а как? Я дал тебе все, что мог, а ты лишь дрожишь и колеблешься. Что ты мне дал? Нихуя ты мне не давал, блять. Сгинь. Сам ты сгинь. У меня нету этого вот этого. Огня-то. Огня-то нету. Подожди, но я к тебе могу по-другому прийти. Ладно, давай по-другому к нему приду. Давай, смотри, вот так вот, во-первых, отдыхаю. Вот. Во-вторых, назад. В-третьих, вот эту вот хуйню какую-нибудь выбираю. Ладно, вот эту вот, хорошо, что-то уже много говна всякого. Так, вот так вот тогда делаю. Сжигаю. Сжигание произошло, ага. Давай вот так вот я к тебе приду. А, можно? Так тут нихуя же нету. Ой, смотри, зажег. Зажег тебе свет. Еще где надо? Рассказать тебе или что, где еще-то зажечь? Поговорить. Поговорить? Подожди, сейчас поговорим. Ну давай, ладно, давай говори. Нужно заполучить уголь. Огонь, милый огонь, и все. Уже на заре времен огонь позволял человечеству процветать.
Даже сегодня он изобретает новые пламенные направления в искусстве. Но разум заставляет его сомневаться в огне. И вот мы дрожим и колеблемся. Ну ладно. Сила огня, сила богов, в конце концов, нам ничего из этого не понять. Да что-то, наверное, можно понять-то. Что ж, огонь пленяет нас, и мы пытаемся подчинить его себе, его силу. Ну, пытаемся, да. Огонь, милый огонь. Это все? Блять, заебал. Флейм, флейм, хуейм. Флейм, 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 да-да-да. Флейм, 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 хорошо. Заебал. Так, во-первых, собачка, да? Собачка, ты, конечно, ты собачка, блядь. А я две собачки. Так, тихо-тихо-тихо. Блядь, пропрыгивает она тут. Я тебя сам сейчас напрыгну, блядь. Ну-ка нахуй. Так, хорошо. К деду не пойдем, ну-ка нахуй этого деда. Пойдем. Ух, блядь. Тут же тоже бабак нарождалось-то, блядь. Навырождались. Там еще и стрелков да дуры. Нахуй я посидел у этого костра. Зачем? Сейчас еще и преследователь придет меня преследовать, блядь. Так, тихо-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 тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не надо, не надо, успокойся. Успокойся просто, просто успокойся, все хорошо, ничего не надо. Они на меня нападают, потому что у меня есть косточка возвращения. Они, блядь, завидуют, что у меня она есть, а у них нету косточки возвращения. Они хотят погрызть кость. Так, ну хорош, хорош, слушай, ну реально побыстрее стало. Да заебал ты, как меня заебал. Ты бы знал, как ты меня заебал. Нереально остопиздил, блядь, нереально. Просто затрахал меня. Сколько я тебе дамажу? Ой, мало. Ой, мало, ой, молодец. Ой, мало, ой, мало, ой, молодец. Так, 23 куска, короче, я все-таки потрачу. Все-таки я сейчас добегу, потрачу, возьму их. Вот, потому что очень дохуя. Очень дохуя, я их как втоплю, короче, во всякие штуки, да и все. Во всякий интеллект, хуетект и все прочее. Потому что, ну сколько можно, блядь. Сколько я с ними буду ходить, я постоянно буду ссаться что-то сделать. Не хочу, короче. Не хочу так, хочу вот так вот. И вот так вот. Ага, замечательно. Замечательно, прекрасно, хорошо. Так, во-первых, вот эту бабаку, смотри, мы сейчас сделаем. Блять, хуёво. Хуёво. Она потому что действует очень плохо. Так, попьем на всякий случай. Буду чисто души забрать. Чисто души забрать и обратно в Маджулу. И обратно в Маджулу короткой дорогой, блять, на этой, на электричке и все остальное. И может быть даже, кстати, запиздим, блять, преследователя, мало ли. Раунд 550 и у нас уже будет, я не знаю. Может быть получится. Может быть получится, а если этого получится завалить, то пойдем еще и к тому, блядь, походу. Так, ну пойдем, ладно. Пойдем вот сюда, вот, да-да-да, собака, там собака, что-то идет, она... Лучше бы меня учитель встретил за синей, это псина. Так, сюда, погнали. Сделали бы у костра это повышение уровня опять. Че вот это вот, зачем сюда ходить? Это столько времени занимает постоянно. Так, давай, да-да-да, удалось даже, кстати, осколок отыскать, да. Так и было, давай улучшим, да. Ага, теперь ну сколько, 6 уже получается, да? Ну получается так, сказала она, да, 6, смотри, все bear. Хорошо. Bear, bear, да, я bear, здорово, это я, это bear. Давай улучшим. Давай мы с тобой улучшим. Так, давай мы с тобой даже улучшим немножечко ученость, да еще одной ячейки, да? О, хорошо. И, да нет, блять, интеллект еще надо, что ли? Прям надо, прям необходимо. Хорошо. Удебил. Все-все-все, удебил, как скажешь. Так, и знаешь, чем мы еще с тобой, мать, возьмем? Оставь ее. Оставь, оставь, оставь. И мы с тобой летим, плывем. О, огненный шар же у нас появился. Точно, я совсем забыл про эту херню. Блять, мне еще надо бы пиромантию улучшить на самом деле. А огненный шар я не могу стрим пользоваться-то. А я не могу, мне нужно какое-то пиромантическое пиромантическое пиромантия. Подожди, у меня она есть, наверное. У меня она же есть. Было же что-то такое, было же. Вот она. Вот и она же, ну. Так, секундочку, давай вот сюда вот помещу ее. Ага. Так, это то же самое, что и в первой части, типа, или чего? Так, возьми вот эту хуйню. Эту хуйню поменяй назад. Ага, вот это возьми. Вот это вот так. Ну да, ну да. По сути, оно и есть. Ладно, пока не надо. Пока оно у меня такое себе. Пока что я все-таки эту ячейку займу. Займу вот тобой. Вот тобой займу, и будет так хорошо. Будет так хорошо, по крайней мере, мне. Так, давай-ка отправимся вот сюда. Не, да нихуя, не сюда.
Блять, сейчас сориентируюсь. Сюда. Вот сюда. Все правильно. Все правильно, все верно. Попробуем, попробуем дать пизды, ладно, преследователю. Хуй с ним. Хуй с ним, как с человеком. Попробуем так поделать что-то. Давай попробуем даже, наверное, тяжелую стрелу, хули. Вот на вот этой баваке. Сколько снесет? Да не с хуй вот, на самом деле. Но и кастуется она не так долго, как я думал. Она как-то примерно одинаково все, кстати, кастуется. В принципе. Не сказал бы я, чтобы прям тут дохуя проходило чего-то времени. Вот смотри. Давай еще раз. Ну вот смотри, сколько? Ну подольше чутка. Ну не так, чтобы прям вот, я не знаю, чтобы я такой: «Ууу, как долго! Что за говно?» Не так, не настолько. Так, давай, стреляй, 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 стреляй. Еще стреляй. Ага. Напрыгнуть он тут вздумал. Эти, блядь, напрыгну. И минус вот эту тоже немножечко. Оп! Хорошо. Хорошо, хорошечно, блядь. Просто хорошечно. На-ка отсюда. Нихуя. Ага. Напрыгни, блядь. А так это не я был. Это не я сделал. Это вообще не я. Попестуйся, нахуй. Сейчас появится дурачок. Он нам нужен, он нам не нужен. Ага. Ага. Замечательно. Так, ты теперь. Ты теперь. Ага. Пока этот не появился, дурак. Раз. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка-ка. Хорошо. Вот это хорошо. Вот это уже можно с этим работать. С этим, в принципе, уже можно работать. Вот это вот надо разъебать. Так, ты сейчас тут появишься. Да-д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 а. Знаем, знаем, знаем. Знаем, видели, блядь, за 300. Прыгай! А чё ты не прыгнул? А чё ты не прыгнул? Уже было поздно. Так, ну ладно. Пьем. Пьем эстус. Пьем эстус. Ать! Ноп. 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 Ну-ка, на-ка. Да стой, стой, стой. Он как-то больше. Больно дамажит очень. Блять, еще сверху этот дурачок. Залупил. Он как-то дамажит очень больно. Вы не заметили, он как-то больно дамажит. Мне не нравится. Это неправильно. Я сел поудобней. Так, чаю втоплю. Ох. Вот это чай, блядь. Вот это чай. Так, он какой-то очень быстрый, короче. Сейчас мы что-нибудь придумаем, блядь. Мы примерно в том же, на самом деле, обмундировании к нему приходим все время. Только меняется у нас пушки, и все, и больше нихуя не меняется. И больше и ничего. Не буду я на него долго просирать времени, скорее всего. Сейчас мы... Так. Так, блядь, минут 10. 10, 5, 5, 4, 10, 5, блядь, потратим, а так все нормально будет у нас. Ага, давай вот этого. Блядь, зачем? Зачем? Есть же вот эта вот псина. Есть же вот она. Ага, ага. Надо просто приучиться, потому что остальные все какие-то медленные. А преследователь очень быстрый, и мне как-то сейчас вот было... Ой, блядь, бля, 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 ну куда ты начал пить-то, блядь? Его не остановить, он неостановим, блядь, когда пьет. Unstoppable просто. Так, забирай. Ой, ты теперь что-то хуяришь? Ты теперь не просто воздух там бьешь? Ну ладно, не пойду к нему пока, не хочу. Не хочу пока к нему ходить, давай пойдем сюда. Пойдем сюда, блядь, как-то бы от лучников избавиться для начала, конечно, было бы прекрасно. Просто прекрасно, волшебно, клево, классно. Где вот этот дурак? Непонятно. О, вышло. Вышла пёса из тумана показать свою, ну неважно. Раз, раз, заебас. Так, ну-ка давай-ка вот тебя вот этой вот я хуякну, посмотрим, сколько тут надо ударов. Ага, ну два примерно, ладно. Примерно два. Короче, блядь, меня Оби-Ван Кеноби готовил к чему? Явно не к преследователю, правильно? Явно к чему-то другому интересному меня готовил, а не к этому хую. Так, во-первых, я знаю, что заюзаю. Очень все-таки полезная, мне кажется, вот эта вот хуйня, не знаю почему. Но пусть будет она. Угу. Давай-ка вот так вот тогда. Давай, появляйся, говно. Появляйся, говно, говным, говно. Говно, говным, говно. Так, что ты делаешь тут теперь? Ага, разъебываешь эту хуйню, да? А, ты, я понял, что делаешь, я понял. А я, блядь, а я, отстань. А я отстань, ну вот опять в спиночку. В спиночку-то ты гораст. Ой, блядь, нет, это надо, короче, это надо сверху начинать. Эти меня заебут очень жестко. Они меня заебут подстреливать. Мне прям это не хочется. Короче, бежим на лестницу просто, я понял. Бежим на лестницу, это все так, короче, терпится, слюбится пока что. Пока ладно. Пока хуй с ним. Так, все. Бежим. Здорово, псы. Здорово, псы, 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 псы. Дай мне пройду, пожалуйста. Дай я, пожалуйста, пройду. Дай пройти. Все, хорошо. Не хочет на мне место уступать, блядь. Я беременный Антоша, может быть. А кто знает? А кто знает? Никто не знает. Так, ты идешь нахуй. Ага, и я полез. Все, ага, ты еще кто, блядь?
Так, тихо. Куда стрелять ты будешь? Оп. Не попал, не попал. Так, подожди, когда я флягу Эстуса возьму. Фляжечку. Ай, блядь, Эстуса, фляжечку я возьму. Пошел нахуй, короче. Пошли вы все в пизду, блядь. Идите нахуй, я домой. Я домой, блядь, в Лордран. Заебали меня. Сколько можно, блядь? Давай-ка вот ты тоже, кстати, нахуй пойдешь. Ты не хочешь вот так вот сделать, нет? Немножечко нахуй. Но ты заебал, реально. Ты как так можешь быстро перезаряжать-то, а? Еще и оттуда стреляет. Сейчас меня убьют. Ага. Пиздец. Да не янтарной травы, блядь. Зачем? Сколько у меня мусора-то здесь? Что-то очень много мусора. Подожди, я хочу это выложить. Я хочу это убрать. Я хочу убрать серебряный талисман. Подожди, не так. Я хочу вот так вот убрать. Хочу вот так вот убрать, как минимум, ага. Ой, блядь, так. Ладно, этот дурак там пропал. Да заебал меня. Ясно, нахуй. Какая-то хуйня происходит. Что за локация, блядь? Где мой дед? Где мой дедушка, блядь, дедок? Что за говно происходит? Так все хорошо, блядь, начиналось. Так все хорошо начиналось, а все закончилось как-то по-дурацки. Мне не нравится. Так. Топи человечности, что-то у меня хп очень мало, мне не нравится тоже. Ага, посидим, давай. Угу, встаем. Я почему-то все время теперь уже хочу. Ага, все. Все, бабаки, идите на куяки. На куяки, да пусти меня, пусти. Пусти на край земли. Пусти меня, и преследователь идет в пизду. А я пойду сюда. В неведомые края. Собаки сюда не пройдут. Они нахуй пойдут. Да? Да. Конечно, и преследователь тоже нахуй пойдет. Так, что тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за мумиё-то? Мумиёка. Ну-ка, иди-ка отсюда, мумиёка. Какое-то мумиё было интересное. Ладно, а здесь что? Тут кто-нибудь еще есть? Чего за говно вот это такое? Это зачем все это сделано? Кто там еще? Кто еще? А вот вижу. Дружище, здорово, это тебе. Это твой сюрприз небольшой, ага, сюрприз. Вы не бойтесь, я, блядь, потом приду к этому преследователю, я ему по жопе-то надаю. И первому, и второму, и пятому, и десятому, блядь, и всем. И всем, блядь, надаю. Так, до свидания. А что у тебя выпало? Что у тебя такое выпало? Красивый череп, блядь, такой череп и такой красивый. Так, что у тебя? Огненная бабочка. О, мне это говорили, кстати. Мне говорили, что огненной бабочкой... Можно зажигать факел, не это, к костру, короче, не надо подходить, вот что. Это удобно, в принципе, в некоторых моментах. В некоторых моментах удобно. Так, давай-ка сюда, давай. А что открыть-то? А, вот открыть. О, старинный ключ, вот куда он и нужен был, в общем-то. Блять, собаки, заебаки. Сколько этих собак тут можно, блять, ставить, я не знаю. Чем так нравятся собаки создателям? Хуй знает. Так, на минус одна бабака. Ать, ну вот она прыгает, да, но это нихуя не значит. Это вот так вот я делаю просто и все. И минус бабак. Бабак, до свидака. Тут кто-нибудь есть еще? Есть или нету? Еще кто-то? Ох, блядь. Рыцарь, хуицарь. Ать, идешь нахуй. Ать, нахуй тем более идешь. Ой-ой-ой-ой-ой, опасный. Ты знаешь, с кем я, блядь, сражался? Ты хоть знаешь, с кем я сражался? Перчатки королевского мечника. Очень правильно, очень классная вещь. Блять, надо бы вот и выносливость качать, и ученость качать, и хуйню всякую качать, и все, что на свете качать. Че это такое? Ну-ка, иди отсюда. Ага. Ага. О! Здорово, ребятки, блять, здорово, подожди-ка. А че вы там делали? У вас там туса какая-то была, я его помешал. What the fuck, мазафак, ты че, блять, нихера себе, мумиё, блять. Попей-ка, блять, что-то мумиё какие-то опасные, я не знал. Я думал, они лохи. Я думал, вы лохи. Ты чё, мне не предупредила, что ты не лох? Чё ты делаешь там? О, бежит, блядь. Ну-ка, на-ка. Ага. Ты когда умираешь, что-то делаешь, нет? Нет, ничего не делает. Ладно, хорошо. Страшно, блядь, с ними. Ну-ка, нахер таких мумиёв. Так, что тут у нас? Капюшон странника, куртка странника, краги странника. Все это странника. Давай посмотрим, что за странника. Давай сравним вот с моей, наверное, вот этой вот робой. Доспех этого, блядь, вегана, хуяна, так, странника. Ну, так. Хуевасти, конечно. Да и смотрится как-то по-уебански. Не, подожди. А это что за вот это? Капюшон странника. Ой, блядь. Ну, капюшон-то, кстати, получше. Капюшон получше, чем вот эта даже шляпа. Так, ну-ка, назад.
Так, а здесь-то ты где получше? Вот в этой говне, но от магии хуёво, да, защищаешь? А сколько весу? 21,1. Ну давай. А это что у нас? Ну давай. А это что у нас? Ну давай, весь сет наденем, чё бы нет. 15 у нас, нихера себе, 15 веса, да прикинь. Ой, ой, кого удалил-то, блядь, кого удалил? Кого удалил? Кого-то удалил. Наверное, кольцо жизни я удалил. Наверное, да. Ну да, ладно. Тогда вот так, все. Ну давай так побегаем. Такие типа адепты какой-то там магии, нормально. Хорошо, быстренькие мы, быстренькие. Кстати, блядь, на вот скорость будут использовать в этом вот, в бою с этим дебилоидом, который меня остопиздил уже, если честно, 300 раз. Вот надо будет с ним скорость использовать, надо будет попробовать с ним как с драгонборцем вот этим посражаться. Подожди, чего я сейчас увидел? Чего я сейчас увидел, пока поднимался? Это что, блядь? Это, блядь, замочная скважина в лестнице? Это типа лестница под ключ или чего? Это зачем? Ладно, ладно. Решетки на шпингалеты мы захуяриваем, а лестницы на ключ. Я понял, игра, я понял. Вы молодцы, блядь, молодцы. Ну-ка иди отсюда, блядь. Давай, иди, иди, спускайся. Спускайся, там поживи. А ты еще, да, проснулся тут такой, блядь, интересный. Интересный челодой, блядь, ты маловек, конечно. Ну-ка, на-ка, нахуй. Ага, поструляйся я в очко. Давай, до свидания. Ой, ой-ой, тихо-тихо-тихо, не сюда я хотел, не сюда, не сюда. Давай-ка я хотел попить. Ага, вот я и попил, вот мне и хорошо. Так, где этот лучник-хуючник? Ага, лучник-хуючник. Минус лучник-хуючник, да минус, я говорю, минус. Сминусуем, блядь, его, давай-давай-давай-давай. Ага, ты-то куда пошел? Тебе никуда не надо идти, ты уже здесь, ты уже готов на все. Ага, так, хорошо. У нас тут что, есть бочки-охуёчки? И всякие грибочки. Сюда бы мы и так, в принципе, зашли, но лучше, наверное, так было. Ну, давай здесь откроем, хорошо, пусть будет открыто. И все. Опять без ручки, без нихера открывает. Молодец! Молодец! Так, а мы сюда... У-у-у, я понял, я понял. Так, а давай-ка я обратно вот туда схожу, на лестницу, которая на ключ, блядь, закрывается. И пройду вперед немножечко. Полезли. Причем лестница такая, я бы не назвал ее супер-упер драгоценной, чтобы ключ к ней какой-то хуярить. Так, ребятушечки, ребятушечки. Ребятушки-дритатушки. Блять, опять камень Фаруса надо. Да ебаный в рот. Опять он нужен. Да нихуя не вижу, кстати. Что-нибудь есть? Какое-нибудь шевеление? Нихуя не вижу же. Не видно ни пизды, вы понимаете, нет? А я могу еще один купить у этой, у бабки? Может и могу. А может и не могу. Тут какая-то статуя, блять, еще страшная, пристрашная. Еще какая-то статуя страшная, пристрашная. Кто встал? Тебя, блядь, просили, росомаха. Иди отсюда. А ты что такой мощный-то? А ты что такой мощный-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты какой-то опасный, да? Опасный. Гангстеры, да? Какие вы гангстеры? Воу-воу-воу, нихуя я отпрыгнул. Вот это реакция, реакция, блядь, конечно, у меня. Вот это, да, вот это я понимаю. Вот это, блядь, себя не похвалишь, никто не похвалит. Ага. Так, ладно. Осматриваемся. Осматриваемся аккуратно. Че столько путей-то? Сундуков-то ебёна мать сколько. Тут какой-то этот, блядь, стоит, я не знаю, Гэндальф с мечом. Может, это мой великий учитель, нет? Так, это я откуда спустился? Это отсюда спустился, а можно еще вон туда наверх же было. Блядь, подожди, давай наверх схожу. Давай схожу вначале наверх, вот по этой лестнице. Там, видимо, конечная какая-то. Топ-т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 оп. Ага, вот и она, вот и конечная. Забирай. Большая душа солдата, зеленый цветок. Сойдет, сойдет, если бы я был лохом, а так меня не наебешь. Где мои слитки золота, блядь? Так, идем тогда сюда. Идем снова. Снова, блядь, эта лестница. Уже в третий раз. Ёб твою мать. Сколько можно? Поднимайся. Поднимайся, не стесняйся, ага. Пошли сюда. Пошли сюда смотреть, что как. Блядь, вот светло с улицы же, кажется. Светло. А нихуя не светло. Ну давай открывай. Ловушка. Ловушка же, да? По-любому ловушка. Нет, не ловушка. Не ловушка, хорошо. Костяной посох. Опа. 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 Это мое, это мое, это мое. Где? А где? О. Это у меня вот это. Плюс 5. Так, а что-то говно какое-то, нет? Подожди, давай на обычном смотреть. 25. Ну, ашечка и дэшечка дается еще только. Там цешечка. А что за дерьмо какое-то, нет? О, говно какое-то. Ну, по-моему, говно, не знаю. Давай возьму. Давай возьму вот сюда, вот хорошо. Вот это вот я удалю.
Она мне пока нахуй не нужна. Так, давай возьмем. И чё? Да не, да так, блин, это говно какое-то, я не хочу, давай иди нахер отсюда. Мне это неинтересно, дайте мне какой-нибудь посох, это такой мощнецкий, прям такой опасный, чтоб пиздец какой был. Так, еще один сундук, где-то тут по-любому ловушка, короче, я надо сейчас успевать убегать. Успевать убегать? Не, ладно. Парирующий кинжал, это ладно, это хуй с ним. А тут что, ловушка? Ловушка же по-любому, ловушка. Да? Не. Ну мне так не нравится. Мне так не нравится, блядь. Должна быть ловушка. А еще нужно вставить эту хуйнюшку, чтобы куда-то пройти, не знаю куда. Вот тут вот может можно пройти, кстати, нет? Может вот сюда вот оно посветит, и в принципе я пройду вот так вот просто сделав. Нет, смотри, оно не хочет так. Так оно не хочет без фороса. Ну и ладно, ну не надо. Что тут наверху опять что-то закрыто? Или куда идти-то лучше? Куда бы, где вот конец-то этой всей гигамотии вот этой? Вот здесь ловушка, смотри. Тут точно должна быть ловушка, слишком много сундуков. Нет. Опять. Увядшая закатная трава. Закатная? Вы ее закатываете или собирали, блядь, на закате? Обычный плод, кстати. Обычный плод. Так, давай найдем. Огненная бабочка, вот она, кстати. Как она выглядит, красиво, блядь, нарисовано-то так. Где трава? Кто видит траву? Это не трава, это хуйня какая-то. Вот это трава, да. Значительно восстанавливает заряды заклинаний. То есть янтарная трава это так, а вот завядшая трава, вот это да, вот это я понимаю, вот это травушка-муравушка. Туда, походу, нельзя, скорее всего, но можно туда, наверное, скинуть вот эту вот залупу, нет? Нет, залупу скинуть нельзя, к сожалению. Ну ладно, не проблема, не проблема, пойдем тогда сюда наверх. Залезай, залезай, посмотрим, что тут дальше у нас интересненького. Блять, этот приставучий, этот преследователь, так уже не знаю, где мне сидит тоже. Хорошо, что я запомнил вот примерно, где он находится. Уже даже получается три места, хотя я не уверен, что он там найдется в этой вот... В... как скажу... Как называлось-то? На крыше, короче, где мы его встретили, где его птица принесла. Я не уверен, что там больше появится, потому что кто-то писал, что... Все, типа, проебал, значит проебал. Ой, блять. А куда это? А я хочу? А я хочу этого или не хочу? О, дед! Ой, блядь, так вот мы где, ёб твою мать. Смотри, ну-ка. Не, не было крита. Крита не было! Ай, ну ладно, так тоже хорошо. Дед сам себя тут что-то зарубил. Так ты попадай в него, что у него за мантия-невидимка-то, блядь, придумал ты тоже тут. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дед, таблетки на кухне, дед, все, спокойно, спокойно, таблетки там. Давай-ка ты успокаивайся. Так, подожди, тогда я нихуя не понимаю. Тогда я нихуяшеньки что-то не понимаю. Ну, вышли мы здесь. И чё? Подожди. Подожди, меня что-то так замкнуло. Не, ну пойдем сходим. Сюда. Ну, а смысл опять же, вот, да? Не знаю. Не знаю, не понимаю, блядь, подожди-ка. У нас еще есть пути-то, так-то. Еще есть один путь. Еще есть путь, блядь, в канализацию. По факту. Воу-в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 оу. Кидаешь ты. Я тоже так умею кидаться, только пока не буду. Пока не буду, мой мастер говорил мне, блядь, относиться ко всему ответственному, пока я не буду это делать. Ага. Я тоже так умею, да-да-да-да-да. И твоя шубка, блядь, подожжется только в путь тоже. Так, подбегаем. Подбегаем, смотрим, что да как. Куда-то все, блядь, тут тоже пропали. Куда-то поисчезали. Так, ну к этим я не пойду, наверное. А, вот можно куда сходить-то, так-то. Так-то вообще-то. Это тоже путь. Это тоже путь. Давай мы, наверное, в него, может, и сходим. В этот прекрасный путь, нет? Ага, ага, ага. Ага, ага. И тебя тоже, на всякий случай. На всякий случай утихомирю, да? На всякий пожарный просто, да, заебись, молодец. Так, ну пойдем сюда, я не знаю. Сейчас мы, у нас так-то одна ветка, блядь, есть. Можно, конечно, было вообще сходить в другое совершенно место. Но тут-то тоже интересно, ладно. Да-да-да, давай, ароматная ветвь беловых, хуй с тобой. Давай, былой, вставай. Былой, хуй с тобой, я пошел сюда. Вдруг здесь просто будет этот... Мой этот, блядь, учитель. Нет? Мне бы очень хотелось, чтобы он был. Потому что я очень хочу научиться, как побеждать преследователя. Он меня заебал. Погнали. Что ты тут охраняешь? Что ты тут скрываешь? По идее, это должна быть небольшая территория такая относительно, да? Вот. Потому что... Ой, блядь... Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ебанутые. Ясно.
Ясно, понятно. Котя, ты куда залез-то? Ёлочку-то не трогай, Котя! Котя, блядь. Сидит и жует елку. Сидит, жует елку, никого не стесняется, на всех ему похуй. Пеша! Пеша! Ну слезай! Я же играю. Как я тебя сдеву сейчас, блядь? Извините, пожалуйста, там просто Котя, он немножечко выебывается. Совсем чуть выебывается. Так, молодой человек, блядь. Так, ты, может, выделишь его, нет? Не хочешь его выделять? Так вот он стоит. Так вот он. Вот он! Вот он! Это он! Спасибо. Надо обязательно... Блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы бы хотели поговорить о политике? Извините. Ой, блядь. Ладно, он сам поговорит о политике. Без проблем. Да почему он не дамажится-то в этой хуйне? У него какие-то фреймы, блядь, неуязвимости идут. Ну-ка нахуй. Ну-ка еще-ка нахуй. Да давай еще-ка нахуй. Ать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, ладно, хорошо. На. Ага, Вингардиум Левиоса, до свидания. Ну пойдем дальше. Пойдем дальше смотреть, что да как туда, где мы веточку все-таки вкинули. Че мы ее не зря же вкинули. Я же не откажусь от той идеи, чтобы туда не бежать из-за того, что там миллион бомжей. Ну миллион бомжей, подумаешь, у нас уже были миллион бомжей. Уэхил! Не-не-не-не-не. Я же могу прыгать. Ты можешь прыгать, нет? Ясно, он не может прыгать. Он не может прыгать. He can't jump. Just jump. He can't. Oh my god. Так, вы-то чё, чувачки? Вы не оттуда, не из тех краев, да? Я так понимаю. Я так понимаю, что да. Давай-ка я вас, наверное, тяжелыми стрелами похуярю. Ага. 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 Ну, а вообще было... Блядь, я что-то хуйнёй сделал, на самом деле. Можно же было сюда спуститься очень спокойно. Прям очень спокойно можно было спуститься. Да все, хорош. Вот сюда-то вот, ну. Вот сюда вот, и просто вниз побежать, да и все, смотри. Сейчас все сделаем. Ой, стой, души заберу на всякий. Чисто на всякий пожарный, я в себе не сомневаюсь. Мало ли, кто знает. А кто знает, никто не знает. Ребята, ребятушки. Здорово, ребятки, я пошел нахуй сюда. Всем покасики, всем давайте, ага. Все хорошо. Вот, давайте сюда идите. Сюда идите, блядь, и все, и до свидос. Вы же сюда не пойдете. Да вы же не хотите сюда на самом-то деле идти, ну. Вы же сюда не хотите на самом-то деле идти. Зачем вот тебе сюда на самом-то деле идти? Ну-ка нахуй отсюда. Ой, не то взял-то. Не то взял, тихо. Вы не те адроиды, которых я ищу, блядь. Раз. И раз. Ага-с. Ага-с и раз. И раз и два-с. Оп, минус ты. Минус ты и все твои мечты. А где еще один? Он что, спрыгнул? Он такой, да нахуй, давай нахуй за ним гоняться, блять. Он как в крысу хуярит он своими заклинаниями. Ну, пошел в пизду. Че, реально спрыгнул? Да ладно. Пусть как хочет, так и живет. Прыгает, так прыгает. Но это не все же были. Там их 5 человек, блять, выбежало. Ну, конечно. А тут только 3 было. Так и поверил, блять. Ага, поверил. Ну и бредятину. Так, давай. 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 Хорошо, великолепненько, даже, я бы сказал, почти что замечательненько. Тут все? Это все? Это вас кончились? Ну ладно, блядь, какие вазы стрёмные, или что это за хуйня? Какая-то стрёмная хуйня, короче, не знаю. Тут у нас что? Закрыть, нахуя? За собой, типа, ой, бля, товарищ. Давай вот так вот поговорим, нет? Нет, так ты не хочешь разговаривать, да? Ну ладно, хорошо, тогда вот тебе прикольчик. Вот тебе еще прикольчик, смотри. Блин. Ага. Что за предмет у тебя? Самоцвет. Ну, пригодится когда-нибудь, но у меня уже только фляжечки. Нет. Гайс, блядь, спокойно, гайс. Гайс, у меня все найс, все, хорошо. Спокойненько. Воспринимаем, блядь, информацию спокойненько. Поспокойнее, блядь. Поуспокоились чуть-чуть. Блядь, а чё так хуярят-то? Так щемят-то, блядь, так прямо. Успокоились, гайс, блядь. Все нормально. О! О! Вот это хорошо, блядь. Вот это прекрасно, вот это замечательно. Так и надо, блядь. И все. Пойдем. Мы уже всех подебили. Давай-ка сюда. Исследуем тюрьмы, смотрим, кого тут заперли, кого не заперли. Так, что у нас тут? Тут у нас какая-то залупляндия непонятная. И вот ты, да? И вот ты, и вот и вы, и все. Так, подождете тогда пока. Пока подождете, что-то у вас тут это как-то многовато. Не знаю, не хочу пока я. Пока не хочу на вас смотреть. Что это за говно вот?
Это эти, блядь, поделочки-то. Вау. А что так громко-то? А что так громко-то? А можно потише? Наверное, нельзя, ладно, не знаю. Так тоже сойдет. А, блядь, я думал, это дверь. А это не дверь. Ну и ладно. Сейчас еще такой преследователь. Хуякс в третий раз в этих тюрьмах ебаных. Давай. Почему бы нет? О. Ты враг? Или не враг? Или дурак? Или кудак? Или непонятно, нихуя мне. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да тихо-тихо-тихо. Gotta go fast. Давай, gotta go faster, 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 faster. Тин-тин-тирин, тин-тирин-тирин. Бау. Мбау. Мбау. А визуально, ну что за молодец. Так, хорошо, это все мы тогда разъебываем. Че, дружочек, тебя вызволить или чего? О, вызволил. Ай, дурак, блядь. Ой, дурак. Я ж тебя вызволил, помочь пытался, блядь, по-человечески. Ну ты как говно, конечно, поступил, блядь. Как друг хороший, как человек говно, как говорят, блядь. Чай не забывай пить, я для кого, блядь, готовил? Я в этой семье, нахуй, больше ничего готовить, блядь, не буду. Чай делаю, ему делаю, блядь, а он сидит, не пьет, да? Ну вот что за человек, блядь. Все, попей чаю, посмейся со мной над тем, как я прохожу. Ну если это смешно, конечно, я надеюсь, что это смешно. О, свисает там, блядь, висюлька. Так, мужик, опа, да-да-да-да-да, уеби-ка себя немножко. Немножко уебись, а будет хуй как гармошка. Дед. Спокойно, дед. Дед, ты чего? Ты зачем так делаешь? Не надо так делать. Все, угомонись. Хорошо. Бля, сейчас этих бомжей топить еще, ебаных. Ну это пиздец, их столько здесь. Их столько. Шу ебнуться, дед, ты знаешь, сколько тут бомжей? Ну, не исключая тебя, конечно. Ты тоже бомж, потому что... Не надо своей этой пиромантии, блядь. Мне и так иногда игра тут поджигает пердачину, блядь. Оп. Уэпел! Видишь, как прикольно? У меня-то направленное, понимаешь? У меня летит вперед. Ты не в той школе-то учился. Если ты вот пиромант, то надо было какой-нибудь, ну, не знаю. Ну, что-то более пизже учить, нет? Может, тут вот все-таки кто-нибудь есть, нет? Я так уже просто надеюсь. Нет, там только дед. Там только дед вас душу понят. А где мой дед Кеноби, блядь? Проебался. Пропал дед Кеноби, блядь. Кто найдет, пожалуйста, сообщите мне там на почту, я не знаю. У меня на канале почта указана, кстати. И меня тут недавно YouTube попросил, такой говорит, укажите мне вашу почту, чтобы там эти спонсоры там какие-то могли с вами связаться и тому подобное. Я сижу такой, блять, какие нахуй спонсоры, блять. Казино какое-нибудь рекламировать или какую-нибудь хуйню еще там подобную? Нет уж, спасибо, блять, не надо мне таких спонсоров. Хотя, хуй знает, как жизнь, да, повернется, если... Так, ну давайте, блять. Идешь сюда. Так, ребятки, во-первых, мы здесь падаем. Это место у нас для падений. Это место, блядь, для падений. Ага. Ать, не надо. Ать, а я быстрее ударяю. Смотри, вот я не мечника, ударяю быстрее. Ты всю жизнь на мечника, блядь, учился в автузе и нихуя не научился. Ну вот как так? Вот это вот не лень ли, а? Это вот лень. Вот он может, блядь, когда... Вот он может. Ну ленится, ленится-то мальчик ваш, блядь. Ленится. Так, самоцвет жизни. Все, хорошо. Пойдем еще раз разъебем. Парочку десяточков. Так, где вы тут? Ой, блядь, ты чё? Чё за Suicide Squad, блядь? Ты куда? Я же здесь. Ага, привет. Здорово, да, я тут. Ты чё, меня такого увидел, что ли, блядь? Он такой, а, Антоха, ты что ли? Не признал сразу. Богатым будешь. Я такой, ну так, блядь, конечно. Так, все, идем сюда. Ой-ой-ой, блядь, дураки вы, идиоты, кретины, бомжи. Все? Вы прям все? Ну, больше бедите бочки вот эти вот всякие. Я уже набился бочек. Мне уже хватит. Так, давай-ка я все-таки вниз спущу. Там вроде как выглядело как что-то конечное. По крайней мере, оно казалось так. Так, кто здесь? Кто тут? Вот где этот дурак-то? Вон этот дурак. Так, ну-ка, дурак, иди сюда. А не надо. А что ты, как ты меня ударяешь-то? Ты меня как ударяешь, если я тебя в этот момент ударяю? Ну-ка, успокойся. Ага. О, нихуя. Соседи, блядь, эти шары для боулинга начали катать. Прикинь. Так, ну-ка. Шопа. Шопа. Так а что не это? Не того, не этого самого яйца-то. Ну-ка, давай-ка ты немножко с этого самого яйца. Алло. Ага, и все, я побежал. Ну-ка тебя нахуй, дружище. Да. Ты меня там пытаешься ударить. Так, ну посмотри ты на него. И ударь его. Хорошо, блядь, мумии какие-то опасные, дамажат, пиздец сколько.
О, тут факелочки можно позажигать. Так, а вот, собственно... Подожди. Очень знакомые кривые двери. А это не те ли самые двери, нет? Это не они? Бля, не знаю. А когда успела 13 косарей-то накапать еще? Нихуя себе. Блять, я говорю, тут как-то конечно, тут путей да ебени матери, ты посмотри. Путей да хуя. Так, а где петли у двери? Опять нихуя ничего не нарисовали. Ой-ой-ой, а куда? В смысле? Это прикол такой? Это прикол такой, чтобы я пошел и наебнулся просто, или чего? Походу, да. Я не знаю. Ну ладно, хорошая дверь. Наверное, многие пользуются, блять, я понял. Этот, блять, лестница на ключах, двери в никуда. Мастера просто прыгают. Смотри, смотри, опять, блять. Опять эта хуйня, зачем? Зачем нахуй это здесь? Я не понимаю. Это какая-то бестолковая система. Так, ой, блядь. Ой, блядь. Я тут нет. Я пошел. Сука. Так, ладно, пацаны. Вот вам приколы. Раздраконил вас немножечко, да? Раздраконил мальца. Ну-ка, на-ка отсюда. Так, еще тебя, да, тоже не раздраконил я. Ну-ка, на-ка отсюда. Ать. Не-н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 е. Ну-ка, на-ка еще разочек. Хорошо. Так, тут-то что? А, это сюда и есть, я понял. Типа короткий путь, чтобы мне, блядь, к боссу было удобнее бегать, да, вы мне хотели сказать? Ясненько, ясненько, понятненько, блядь, очередной босяк. Лучистый самоцвет жизни, прекрасно. А можно мне немножечко, блядь, моего деда Кеноби-то, нет, вернуть? Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, чтобы я подкачался, а то мне надо подкачаться, надо подкачаться. Я вообще не хочу сюда идти, потому что у меня целых 13к душ. На самом деле. На самом деле вообще сюда не хочется. Но посмотреть-то надо. Но посмотреть-то надо. Правильно? Ой, блядь. Страж какой-то Алексей, блядь. Страж Ричард, блядь. Ричард это чай, во-первых. Начнем с этого. Оу. Заебись, заебись. Не, это нормальные враги такие. Среднестатистические, почему бы нет? Почему бы нет? Да потому что, так, ладно, понятно. Я пошел за своими душами, короче. Пойду схожу за душками. Угу. За душками-передушками просто открою проход заодно тогда. Заодно проход открою. И я не знаю, мы с вами что-то будем думать. Что-то будем, скорее всего, думать. Потому что надо как-то, во-первых... Да-да-да, во-первых, взрывайся. Вот. Во-вторых, надо как-то, блядь, короче, этот... Ой-ой-ой, ты тоже, что ли, пытаешься кастовать? Надо как-то деда искать, блядь, пацаны, я не знаю. Деда как-то надо искать. Как-то надо еще и улучшаться, блядь. Подулучшиться немножко. Хотя бы броньки какой-то заиметь. Не знаю, короче. Что-то надо сделать. Я бы, на самом деле, все-таки... Я бы, знаешь, как хотел сделать? Я бы хотел, короче, найти деда. Найти... Ну да, найти деда, блядь. Преследователя потом ёбнуть с помощью того, как деда. И, возможно, с преследователем мы бы залутали что-то пиздатое. С обоих причем, да? Вот. Мы бы что-нибудь залутали. Да ты чего, блядь? Кидается он тут. Мы бы чего-то залутали, короче, хорошего. И тогда, блядь, не знаю. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И тогда, может быть, мы смогли бы вот этих вот троих бичуганов пройти, которых только что видели. Но почему их трое, блядь? Какого хуя? Так, тихо. Вам не надо так делать. Не надо. Вот тебе прикол. Ать! А вот тебе, блядь, прикол сейчас будет. Вот тебе. Раз, два, три, прекрасные. Сэф. Так, ладно, проход-то мы откроем. Душки мы заберем. И надо пиздовать в маджулу, короче. Потому что душ что-то реально скопилось до хуища. А, здорово, привет, блять, как сами. Возьму я даже, наверное, большую стрелу души. Бегите за мной, что ли? Ну, бегите, да-да-да. Бегите, у нас тут, блять, акробатические этюды сейчас будут. Сейчас все будет, блять, давай там. Все падаем, во-первых. Ой, блять. Забудь про души. Вон за мной пацаны еще прыгают. Такие, ладно, я как Антох. Забудь про души, мы их... Да не надо они нам, не нужны. Не нужны нам души. Нам и без душ хорошо. Мы такие, типа, бездушные, все дела. Нам и так хорошо. Ой, блядь. Ты понимаешь... О, ты сюда сел, что ли?
Нужно заполучить новый уголь. Огонь, милый огонь. Ты теперь что-то можешь делать? Закалить оружие ты можешь? Нихуя. А я могу закалить вот это свое, нет? Есть два. А что это значит? Ух, ебать. Мерцающий камень. Камень темной ночи. А у меня один есть, типа, да? А я, типа, не могу, потому что два косаря нужно? Нихера он дамажить станет. 193. А что это все значит? А что это все значит-то? И в чем разница, как бы? То, что вот он тут вот какой-то глазиком, а тут какой-то вот не глазиком будет дамажить. Типа, вот это я заточу его на посох, а это не на посох. Ладно, ладно, мужичок. А что-нибудь у тебя на продажу, может, новое появилось? Не, нихера не появилось. Ни херца. Короче, пойдем отсюда. Сгинь. Сам сгинь. Так, пойдем-ка мы отправимся с тобой вот сюда, в Маджулу. Да, Маджулу. И этот. Короче, мне написали еще, был момент, что если вот у вот этого чувака, который вот здесь вот, вот тут вот, вот прямо вот здесь, вот здесь, затариваться всяким-всяким, то у него можно всякое-всякое найти. То есть, как бы этот, у него обновится ассортимент, и все будет классно, да. Что, типа, у него будет продаваться намного больше, чем сейчас, в принципе. А можно сравнить? Переключить? Нет. Переключить? Нет. Переключить? Блять, плохо. Тут не сравнивает, не хочет он сравнивать. Ладно, хорошо. Вот я не знаю, напишите мне, стоит у него что-то покупать. Это есть что-то для магов у него или нет? Если есть что-то для магов, я куплю. И у нас, получается, осталось вот сюда только путь. И либо к трем бомжам, короче. Либо к трем бомжам, либо сюда. Я не знаю. Короче, напишите мне, пожалуйста, где искать этого моего Оби-Вана Кеноби. Потому что я хуй знает, куда он попер. Где он есть. Может, пока странно потпшиться, посмотреть, где он, куда он отправился. И давайте у моей вот этой вот прекрасной бабушки закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии прохождения Dark Souls. Всем удачки и покасики. Давайте.